Ребят, всем привет! Хочу вам сегодня показать наше учебное заведение, кстати, в котором я учился и который я заканчивал. Вот смотрите, это университет, Липецкий государственный технический университет. Я близко заходить не буду, потому что нахожусь далеко, но покажу вам, как это все выглядит. Вот смотрите, вот это вот главный вход, это несколько корпусов университета. Сегодня туман видно не так хорошо, но вам, я думаю, будет полезно и познавательно узнать, как все это выглядит. Вот это университет. Там вот у них вот это здание, с левой стороны это там бассейн, футбольный зал. Покажу вам, что здесь в окружности, в округе. Вот здесь автомойка находится, где мойка самообслуживания, машины моются сами. А еще чуть-чуть вот там вот подальше находится авторынок Липецкий. То есть там продают машины, бэушные всякие. Можете посмотреть. Сейчас я вам приближу немножко, вы посмотрите. Вон авторынок, ходят покупатели и продают вот разные тачки. Машины русские, не русские, народ не так много. В основном их продают перекупщики, охрана стоит, хот-доги. Сегодня суббота, но сегодня еще народ есть. А так бывает и еще меньше. Вон ходят покупатели, высматривают машины. Вон можно приблизить, может даже что-нибудь увидим, ценник какой-нибудь. Хотя навряд ли, далековато. Далековато. Сейчас, секунду. В общем, вот так все это выглядит, не буду я сильно приближать. Так, вот это авторынок, авторынок, авторынок. Ну и все, с этой стороны можете тоже увидеть здание тут какое-то офисное или недостроенное. Больше особо ничего интересного. Ну, как полезную информацию вам показываю. Университет, авторынок и мойка. Все, всем пока, ребята.